Вы попали на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на устройстве Samsung Galaxy M52 5G войти в безопасный режим. Для этого нужно нажать и удерживать кнопку питания. А нет, ошибся. Кнопку питания и уменьшение громкости одновременно. Затем нажимаем и удерживаем кнопку выключения, и у нас выскакивает такое вот великолепное сообщение «Безопасный режим». И написано «Коснитесь еще раз для перезагрузки телефона в безопасном режиме, чтобы облегчить устранение проблем в работе телефона. Загруженные приложения временно будут отключены». Нажимаем кнопочку «Безопасный режим» и ждем, пока телефон перезагрузится, а пока можем пойти и заварить себе чайку. Ну что ж, на этом, пожалуй, все. Видим, что мы вошли в безопасный режим. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч. До свидания.